Вот подключил ходам. Отсюда вот выходы колоночки, да? Небалансный, как там написано. Вот подключил второй, ничего не реагирует. Подключил вашему блоку питания. Здесь вот лампочки светятся, но никакой реакции. Так что я не знаю. Походу не рабочая. Сейчас попробуем по-другому. Попробуем. Сейчас. Поменять кабель. Вернее, поменять их местами. Вот получается теперь здесь не балансный, тут балансный выход, но все равно должно работать. Также подключаем к телефону, чтобы был источник сигнала. Вот музыка пошла, здесь ничего не происходит, никакой индикации, лампочки не горят, только кнопки. В чем причина?